лошади подходят к старт машине и сейчас будем давать старт. Жетон под управлением мастера Леонида Александровича.
поблагодарить Николая Васильевича Исакова, генерального директора Московского центрального аэродрома, президента Мирового общества России, который создал для нас этот праздник. И вот первый заезд, который сейчас состоялся при Славоновского российского организоводства, конечно, это все сегодня возможно на таком уровне, потому что Николай Васильевич этим занимается многие годы. И сегодня люди, оставшиеся на трибунах, я вас всех приветствую, спасибо, что вы здесь. Приходите чаще на ипподром. Это благодаря Николаю Васильевичу состоялся такой праздник, хотя и погода пасмурная. Но лица светлые. До новых побед и удач нашим.